крипторешения в борьбе с инфляцией. В Венесуэле планируют создать криптовалюту, подкрепленную природными ресурсами страны. Эта цифровая валюта получит название «El Petro», будет контролироваться государством и обеспечиваться природными запасами, такими как золото, газ, алмазы и нефть. Из-за высокой инфляции национальной валюты цифровые деньги в Венесуэле уже пользуются немалой популярностью. Президент страны Николас Мадуро сказал: «Создание «El Petro» позволит укрепить денежный суверенитет страны, преодолеть финансовую блокаду и будет способствовать экономическому и финансовому развитию страны».